Кошельки затрещат от купюр у этих знаков зодиака уже скоро. Наша команда прогнозирует финансовый успех трем знакам зодиака. Эти счастливые представители смогут открыть новые возможности, которые ранее казались им недоступными. А кто эти везунчики, я вам сейчас расскажу. Только ты для начала поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы начинаем. Первый знак – Телец. Тельцы смогут создать финансовый запас на несколько лет вперед. Удача будет на их стороне, но им нужно усердно трудиться, чтобы не упустить возможности. Также важно проявлять милосердие и заниматься благотворительностью, чтобы привлечь удачу. Второй знак – Весы. Весы смогут оказаться на лидерских позициях, если изменят свою деятельность. Чтобы сохранить финансовый успех, весам нужно обратить внимание на духовную сторону своей жизни. Третий знак – Скорпион. Скорпионы ожидают финансовая удача. Но чтобы сохранить ее, представителям этого знака необходимо улучшить отношения с близкими и избавиться от прежних обид.